В четвертый раз Серпуховское благочиние совместно с администрацией Серпухова провели рождественские образовательные чтения. На протяжении 2 недель в городе проходили круглые столы, встречи и мастер-классы на тему «Молодежь, свобода и ответственность». Сегодня в Православной классической гимназии во имя преподобного Варлаама Серпуховского при женском Введенском монастыре прошло торжественное закрытие чтений. «Видишь, у дерева есть росток, как у солдата есть дух и честь, как у меня есть Бог. Так и у Бога я есть». Помощь в воспитании детей в православных традициях – одна из основных задач Серпуховского благочиния. При поддержке педагогов образовательных учреждений священнослужители провели уроки духовного воспитания в школах и детских садах. Служители церкви уверены, брошенные зерна добра обязательно дадут всходы. И мы надеемся на то, что из года в год, то есть что-то для себя люди будут, и дети в первую очередь, будут выносить полезное из этого и применять в дальнейшей жизни, которая у них, дай Бог, будет долгая и с пользой для общества. Ежегодно самое активное участие в проекте принимает православная гимназия с музыкально-литературной композицией. Наряду с прекрасным образованием педагоги дают детям надежные нравственные ориентиры. Прежде всего, отношение друг к другу и, наверное, моральность, какое-то умение понимать друг друга и приобщаться к Богу. Как бы есть какой-то смысл жить все это. Работа по духовно-нравственному воспитанию дает хорошие результаты. Настоятельница женского монастыря игуменья Алексия выразила надежду на продолжение совместной работы благочиния и педагогов. Подразумевают именно сотрудничество церкви и государства. Это день славянской письменности и культуры. Тоже хотелось бы его как-то вот совместно провести. Есть день трезвости, это тоже церковно-государственный праздник. И его можно было бы провести совместно. Физическая трезвость – это только одна из составляющих именно духовного трезвения. Поэтому поле для сотрудничества, оно очень большое. И оно вспахано не очень сильно. Есть еще куда нам развиваться. И поэтому хотелось бы, чтобы наше сотрудничество было постоянным, а не только в рамках рождественских чтений. За активное участие в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения и участие в рождественских образовательных чтениях Серпуховское благочиние и Комитет по образованию городского округа Серпухов отметили грамотами и благодарственными письмами педагогов школ и детских садов.